Добрый день, друзья, с вами канал Вестник Буря, и это наш очередной подкаст, куда мы приглашаем интересных людей разных политических взглядов. И сегодня у нас прям очное гостье, это София Садонина, практикующий психолог, автор канала «Психософия», ну и, в принципе, наша большая подруга. Так что прошу любить и жаловать, привет. Да, привет всем. А смотри, мы сегодня поговорим о глобальных темах, о коммунизме, о природе человека, вообще об общественной психологии, но я очень часто начинаю с тем каких-то более личных для наших гостей. И вот с тобой тоже хотелось бы начать так же. Я специально не стал тебя представлять как жену известного блогера, ну, потому что это какая-то фигня и лишает какой-то субъектности. Но вот, тем не менее, тебе не доставляет дискомфорта то, что твой муж, ну, известный блогер, известный на там, сотни тысяч человек, а ты, несмотря на то, что у тебя есть свой проект, ну, неизбежно как бы ассоциируешься с ним. Вот, то есть, тебя это не преследует, не доставляет каких-то, там... ну, дискомфортных ситуаций? Нет, вообще никак не дискомфортно, потому что его проект немножечко так отчасти я и себе предписываю в том плане, что, во-первых, я его побудила этот блог создать на YouTube и на всех этапах его очень поддерживала и сейчас поддерживаю, и есть несколько видео на канале «Выход есть» со мной. Это два видео про отчуждение. Ой, что там про ПТСР. Это из последнего. Так, ну так, не сильно последнего, но то, что я сейчас вспоминаю. ПТСР, «Психология фашизма». Классный ролик. Да, обязательно отлично, посмотрите. Отлично. Вот, там про лоботомию еще не сильно известный ролик. Гарри Поттера мы с ним еще обсуждали. Вот. Ну, короче, я там эпизодически тоже еще светилась у него на канале. Ну, иногда играя какие-то роли, которые он там. Ну да, причем это же было с самого начала. То есть, когда еще левый YouTube не был развит, там, году в 16-17, ты постоянно появлялась в его роликах, и создавалось впечатление, что канал — это все равно какое-то такое семейное предприятие. Всем привет! Это проект «Выход есть». Но, то есть, тебя там не преследуют люди, которые говорят, а что, она просто жена известного блогера. Нет. На самом деле, в этом есть огромный плюс. Ну, вообще плюс в том, что я относительно не так уж прям давно работаю психотерапевтом, но благодаря мужу мне не надо думать, а где же мне там этих клиентов найти. То есть, он просто такой, моя жена психолог, психотерапевт, если что, обращайтесь. И ко мне приходят люди, зачастую, которые к другим психологам вообще не пойдут. Угу. То есть иногда мне пишут, вообще я очень скептически отношусь к этой вот всякой буржуазной психологии, но вот вы жена Садонина, и я с вами попробую. И не разочаровывается. Слушай, ну вот вообще откуда это представление о психологии как о буржуазной недонауке? Вот оно же постоянно всплывает. Тебе тоже постоянно, наверное, приходится с этим сталкиваться. Да. Ну, я вообще понимаю этих людей, которые считают, что психология — это хрень какая-то. Потому что уж очень много людей, которые не придерживаются какого-то научного взгляда, себя считают психологами, позиционируют себя как психологов. То есть можно представить, что под понятие психология вот прям очень много всего попадает. Такая научно обоснованная психология — это вот часть. Это, к сожалению, не все то, что называют психологией. Uh-huh. Вот, ну, что себя психологами называют? Какие-то регрессологи, которые говорят, что мы решим ваши проблемы в прошлой жизни. Какие-то и тарологи, ароматерапевты, и тета-хиллеры, там столько всего, что когда она идет в связке с психологией, у людей, естественно, что такая ассоциация проскальзывает. То есть психолог, ароматерапевт. Угу. Нет, пожалуйста. Если совсем уж плохо будет, пойду к психиатру, но не вот к этим вот. То есть есть научная психология, а есть вот это вот все наносное. Да. Мне кажется, с философией та же фигня вышла. То есть, ну, есть философия как, ну,
я даже не знаю, философия — это не наука же, по сути, но это все-таки такая фундаментальная вещь, это куча концепций. А есть цитатки ВКонтакте просто, которые там попросят. Да, а есть философ Дугин. Да, но... И если человек со словом «философия» в свои какие-нибудь 16 лет познакомится в контексте «философ Дугин», то понять, что а есть там Маркс, которого тоже можно считать философом, ну, он может просто, в общем, искаженная такая картина мира сформироваться. Mm-hmm. Ну да. А прежде чем мы пойдем дальше, я по традиции напомню, что у меня есть мой личный телеграм-канал «Рудой», где есть масса всего интересного. У «Вестника Бури» есть телеграм-канал, как ни странно, «Вестник Буря». А у «Софии» есть канал «Психософия», и все ссылки на это будут в описании. Плюс ко всему, не устану напоминать, что финансирование канала исходит только от наших подписчиков. Если у вас есть возможность поддержать нас рублем, то все способы сделать это вы найдете в описании к видео. Спасибо всем, кто делает нашу работу возможной. Ну и да, на днях у моего музыкального проекта «Рудой» вышел сингл под названием «Озон» при участии Zonkit и Public Impulse. Это нечастый пример песни, где проблемы экологии предстают в контексте проблем капитализма. И все это в звучании, которое отсылает к нью-металу нулевых годов. Короче, ссылка на песню будет в описании, слушайте, сохраняйте в плейлисты. А мы возвращаемся к нашей беседе. Вот мне хотелось бы сейчас перейти от темы личной к теме максимально глобальной, потому что мы собрались люди левых взглядов, и ты психолог, и очень часто от там, либералов, от правых слышишь критику в духе: коммунизм невозможен, потому что вот психология человека, природа человека такова, что она просто делает его, ну, несбыточным. То есть, если человек оказывается даже в идеальных неких условиях, он все равно там будет воровать, тянуть на себя одеяло. А то, что человек по своей природе некая такая сволочь, которая все будет подминать под себя. То есть, для человека присущ, ну, некий индивидуализм или следование каким-то узкогрупповым интересам. То есть, и вот об эту природу человека как бы будут разбиваться любые проекты построения какого-то более совершенного общества равных, то есть, условно говоря, коммунистического общества. И этот аргумент, он очень часто и даже в быту употребляется людьми, далекими от политики. Вот хотелось бы узнать от тебя, как от психолога, как ты смотришь на это, как ты вообще, может быть, парируешь этому аргументу? Ну, думаю, стоит сказать, что природа человека в его нейропластичности его мозга, и человек очень легко адаптируется к каким-то, каким-то средам разным. Ребеночек, человеческий детеныш рождается весьма беспомощным, и ему, чтобы стать человеком, нужно человеческое общество. Если человеческого общества нет, ну как бы вот в какую среду он попадет, продуктом той среды он и будет. То есть попадет в среду волков, вырастет как бы по поведению и по мышлению волком. Вот. Вырастет в максимально там гуманной среде, будет гуманистом. Вырастет среди садистов, будет садистом. Вот. И... Ну, то есть нет какого-то вот прям запрограммированного сценария вот прям с измальства. Да. Потому что, хотя используется такое слово иногда, там, типа, материнский инстинкт, может, слышал, да? Да, конечно. Там инстинкт сохранения своей жизни, забыла, как это правильно сказать. Самосохранение. Да-да-да. На самом деле у человека нет вообще никаких инстинктов. У младенцев есть некоторые рефлексы, которые угасают со временем, вот, а инстинктов, как, ну, инстинкт — это сложное, такое генетически запрограммированное поведение, там даже у других гоминид нет уже инстинктов, то есть, если мы будем изучать каких-то шимпанзе, горилл, интересно, вот, есть такая горилла, была горилла Коко, она уже умерла, и ее, не помню, антрополог или кто, в общем, обучала языку жестов,
И, в общем, она росла в человеческой среде. Угу. Она через язык жестов могла общаться. Диагностировали ее интеллект. У нее интеллект был 7-летнего ребенка. Угу. Она умела шутить, она умела сопереживать. И меня поразила история, когда женщина, которая ее воспитывала, пришла грустная. И горилла у нее спросила, почему ты грустная на языке жестов. Угу. Та сказала, что у нее случился выкидыш, она потеряла ребенка. И эта горилла Коко, она так вот сделала. То есть, ну, мимика не такая, как у человека, ага. но она показала слезу, что ага. мне очень грустно, что ты потеряла ребенка. То есть даже вот человеческая среда способна из гориллы человека почти сделать. Понятно. Ну, то есть людей нужно просто помещать в некую другую среду, и тогда он вырастет другим и будет вести себя по-другому. Да, то есть если его воспитывать в коммунистическом обществе, то для него будет абсолютно естественным выполнять какую-то работу из чувства, что я это делаю для угу. других людей, и в этом вижу смысл. То есть я получаю блага от общества, я свой вклад вношу в это общество. И ну, когда у нас будет коммунизм и сменится там поколение, для этих поколений типа какие-то деньги, какая-то вообще меркантильность будет чем-то таким же странным, как для нас является каннибализм, который в первобытном обществе был, был практически нормой. Но мне кажется, что для зрителей тут будет показательно рассказать о трансформации общественно-психологического такого сознания даже на протяжении последних там 100-150 лет, потому что даже вот при жизни последних поколений мы, наверное, какие-то изменения видим. Вот ты что-то об этом, да, знаешь? Да, причем они очень быстрые, и наша психика не получается у нее адекватно адаптироваться к этим. Потому что тот индивидуализм, который мы видим сейчас вокруг, это с точки зрения антропологии вообще что-то крайне непривычное и странное. Потому что человек, опять же, он, в отличие от каких-нибудь хищников, там, тигров, медведей, очень слаб, uh-huh. и нам, чтобы выживать, чтобы охотиться, там как-то, в общем, себя прокормить, необходимо объединяться. А сейчас человек вроде пользуется благами цивилизации, но может закрыться в своей коробочке, квартирке, выполнять какую-то работу, ну, там, не знаю, программистом работать, и вообще не видеть людей, не выходить на улицу, заказывать доставку, еще какую-нибудь бесконтактную доставку, и в итоге mm-hmm. он, с одной стороны, у него развивается очень сильная социальная тревожность, потому что у него нет навыков социальных, с другой стороны, там масса проблем в плане одиночества, пустоты, потери смысла жизни. То есть можем ли мы в связи с этим сказать, что современный капитализм как бы наоборот выводит человека из естественного его природного состояния? Как говорят же, что человек — это существо коллективное, mm-hmm. а современная вот, как бы, общественная среда делает его существом крайне индивидуальным, и поэтому у нас появляется масса проблем, в том числе психологического характера. Да. Ну вот, кстати, насчет индивидуализма довольно интересное исследование публиковали, кажется, по-моему, в прошлом году еще ребята из «Простых чисел», там результаты социологического исследования крупного, по которому вышло, что россияне к 20-м годам 21 века стали самым индивидуалистичным народом вообще в Европе. Хотя, допустим, если мы посмотрим на начало 20 века, то есть по историческим меркам, но это всего там несколько поколений прошло, то русских, наоборот, отмечали как такой наиболее коллективистский народ в Европе, и, в общем, тогда еще и крестьянская община была недоразрушена до конца. То есть мы видим,
видим, что вот очень быстро, буквально за несколько поколений, происходит вот эта вот смена ценностей, смена общественного сознания. Да, да, оно так и есть. И такой вот жизнь, в общем, в деревенских условиях, ведение сельского хозяйства совместно, не именно как семья фермеров, mm-hmm. а большими какими-то группами людей, или работа, работа на заводе именно как конвейер нет, но если брать, например, как кооперации в Аргентине, например, когда капиталисты покинули заводы, уехали, заводы остались пустующими, и рабочие их взяли управление, и там точно они чувствовали вот этот дух единства, что мы тут все с вами вместе что-то производим на благо общества, и в таких условиях человек себя нормально чувствует, это не противоречит его природе. Вот. А когда, с одной стороны же нам власть как-то и через культуру внушала, что нужно жить своими собственными интересами, и у нас так случилось, что даже если человек живет не один, не в социальной изоляции, живет какой-то семьей, все равно интересы до этой семьи. Они, в общем, ограничиваются этой семьей. Вот. А сейчас очень резко нам совершенно другие ценности государство навязывает. И, где-то местами... Ты должен родине отдать свой долг. Но тут, опять же, противники всяких левацких концепций скажут, что, смотрите, конечно, капитализм выводит человека из его некого естественного коллективистского состояния, но ведь это прогресс, а коммунисты хотят загнать обратно человека в его некое первобытное состояние коллективиста. Нет, это не первобытное состояние. Первобытное состояние там... для этого нужна первобытная экономика. Архаичное состояние индивидуалиста. Сейчас же развиваются технологии, ты уже сама сказала о доставке, о том, что мы можем работать дистанционно, которые, в принципе, коллективный труд и взаимодействие между людьми уже делают не то чтобы сильно нужным. Может быть, за этим и будущее, как ты думаешь? Это какое-то очень печальное будущее. Мне бы не хотелось в таком будущем жить. Потому что это рождает очень много психологических проблем у людей. А вот каких? Ты все-таки как практикующий психолог, наверное, можешь сказать, с какими психологическими проблемами человек в современном капиталистическом обществе сталкивается в связи с такой ситуацией? Угу. Чувство одиночества, изолированности, чувство пустоты, отчуждение от процесса и результатов труда, если он не на себя работает, но все равно там не всем получается создавать продукт при капитализме, который ты знаешь, что он прям нужен людям и гордишься произведенным тобой продуктом. И получается, люди... Наверное, это к повышению уровня депрессии вообще в обществе. Да. Это и тревога возрастает очень сильно, и депрессия. И в человеке такая зияет экзистенциальная дыра, потому что... Для нас свойственно жить в коллективах, работать для коллектива, общаться, обмениваться какими-то эмоциями. И когда всего этого нет, жизнь человека становится бессмысленной, и это прямой путь к депрессии. Чтобы себя удержать от самоубийства, человек пытается
вот в эту вот зияющую дыру запихнуть... Виртуальную реальность, наверное, да, какой-то. Да, это уход в виртуальную реальность, алкоголизм, ну, где-то наркотики. И, ну, в основном, да, самое такое безобидное – это компьютерные игры, и там просмотр какого-нибудь OnlyFans. Где-то сейчас Константин Семин сказал, что... Да, а я же вам говорил. Кругом козлы. Привет, козлы. Все, играете? И, кстати говоря, это ведет к снижению рождаемости. Ну, то есть один из факторов, ну, вот если демографов послушать, ну, нормальных демографов, естественно, то есть они расценивают смартфонизацию, вот это вот окукливание людей, как один из факторов того, что, ну, типа, рождаемость падает. Потому что, когда люди сами, ну, как бы для... производство потомства нужны два человека разных полов. Вот. А когда они оба сидят в своих телефонах и по своим, соответственно, квартирам и практически не взаимодействуют, то да, это приводит к печальным последствиям уже для социума. Кстати говоря, наверное, ярче всего это проявляется сейчас в Японии, да. Где вообще, ну, то есть это достигло уже. Я сейчас вспомнила фильм «Она». Смотрел? Это с Хоакином Фениксом. Да, да, да. Да, классный фильм. Да, в общем, спойлер, главный герой влюбился в искусственный интеллект. И раньше это казалось каким-то, ну, вероятностным будущим, которое, ну, не хотелось бы, чтобы оно наступило. Сейчас мы, да, особенно в Азии, в Японии, это уже практически реальность, да. Причем фильм-то вышел, наверное, лет 10 назад, и тогда это казалось, ну, типа, прикольно, но сомнительно. А сейчас уже смотришь такое, и вполне можешь себе представить уже такую ситуацию. Я бы еще хотела вернуться к твоему первому вопросу про... природу человека, мне бы еще хотелось пошире на это все ответить, потому что люди часто считают, что всякие там психопаты, которые сейчас в психиатрии, это называется антисоциальное расстройство личности, или люди с какими-то еще такими поведенческими отклонениями, как будто они такими рождаются. И надо что-то делать, вот, чтобы там с генетикой или с чем-то, вот, чтобы они не рождались. Или просто типа принять, что, ну, всегда будет процент таких людей. На самом деле мы рождаемся с разной предрасположенностью к, ну, у кого-то. Нервная система так устроена, что очень быстро разгоняется и сложно себя затормозить. Вот. И у этих людей... ну, больше агрессии может наблюдаться, но это все корректируется воспитанием. И у кого-то зеркальных нейронов может быть поменьше, чем в целом у населения, и проблемы с эмпатией в связи с этим. Но такого человека тоже можно научить эмпатически воспринимать эмоции других людей. Вот. И здесь, ну, вообще очень... важно там до родителей, до будущих, до нынешних доносить, как правильно воспитывать детей, потому что вот родился у вас ребенок с какими-то наклонностями, с предрасположенностью. Мне тут вспоминается фильм «Что не так с Кевином». Не То смотрел. Есть там смотришь, и вроде семья, ну, не сказать, что какая-то ужасная, и то есть его там не бьют, ничего такого. Но я, как психолог, вижу, какие ошибки мать просто на каждом этапе допускает. И поэтому вот эти зачатки антисоциального расстройства личности, которые могли не прорасти, они прорастают. И на выходе мы имеем человека с социальным расстройством личности. У Алексея Поднебесного, как ты думаешь, есть антисоциальное расстройство личности? Благодаря мне! Он отнял у меня, он отнял, сука! Блядь, у меня мою душу отнял! Вот они бабы, им главное продать, главное, они душу мою продали!
Ай, душу мою продали, мое счастье они продали! Мою мечту они продали, суки! Ой, я, честно, не глубоко вообще погружалась в его жизнь. То есть я про движение инцелов... Слава богу! Кое-что могу сказать. Да. А вот, кстати, да, движение инцелов, это тоже порождение вот каких-то нынешних реалий социально-психологических? Или это, ну, скажем так, люди, у которых нет секса, они же были, наверное, в любую эпоху, и их, может быть, даже был больше в какие-то эпохи, чем сейчас. Просто, может быть, информационная среда дала возможность им теперь высказываться. Вот как ты считаешь? То есть это порождение нынешнего общества или это просто вот феномен, который всплыл в информационном пространстве? Мне сложно сказать. Ну, если смотреть на мусульманские общества, там же у богатых мужчин несколько жен, угу. У бедных мужчин ни одной. Надо. Но они как-то принимают такой порядок общества и не сильно-то и возмущаются. Вот. А то, что сейчас инцелы... Ну, у них вообще такая, конечно, странная концепция, потому что как раз-таки их убежденность в том, что им женщина не достанется, что нельзя никак там себя... Это прокачать внешность, харизму, интеллектуальные способности, достаток и иметь больше шансов, как бы, типа, на рынке отношений. Вот. Вместо этого они вот этими убеждениями, что мир так устроен, что вообще он жутко несправедлив, и что бы я ни делал, никогда женщина не проявит ко мне внимания, поэтому нужно как-то там секс по талонам, все это распределение. Не, но, Алексей Поднебесный, по-моему, прокачал себя, и ему достался-таки секс, но есть нюанс, как говорилось в одном анекдоте. Да. Ну, у меня, кстати, вот стрим на канале «Выход есть», там мы с мужем разговаривали на много разных тем, связанных и с сексом, и с отношениями, и там я много говорю про избегающие те привязанности, которые, безусловно, есть у всех инцелов, у всех людей, которые боятся, ну, делают все, чтобы не вступать в близкие отношения, потому что близость сопровождается большой болью, а это всегда, все растет из детства, потому что, ну, будучи детьми, нам очень хочется получить эту родительскую любовь, и мы тянемся к родителям. И когда эти родители не дают нам эту любовь, ну, всем детям очень больно. И включается такой механизм психологической защиты, типа, ай, мне и не надо. И вообще все бабы шлюхи, у женщин все мужики козлы, и поэтому... Ну, тут, в общем, да, это оттуда идет. А почему сейчас это получает популярность? Мне кажется, тут еще сами люди, у которых все окей с отношениями, они Да. Этот персонаж очень эксцентричный. И мне просто предлагали люди посмотреть его контент, который не является инцелами. Угу. Ну, то есть... Не, на самом деле мы... Штаб, на самом деле, не такой уж большой. Мы вот с женой, на самом деле, старые фанаты Поднебесного, ну, просто мы его еще и лично тут, поскольку он нижегородец, знали еще до того, как он стал теоретиком вагинокапитализма. Ну, вот просто периодически, когда там... Ну, там, посидишь, выпьешь пивасика, а давай Лёха Поднебесного посмотрим, что он там еще задвигает. Ты просто мразь и фашистка. Ты работала наверняка по заказу спецслужб, чтобы настроить против меня, внушить моей девушке, что меня нужно бросить. Какая же ты мразь! Как я ненавижу вас, фашисток! Психология – это фашизм. Психология направлена на разрушение жизни мужчин, на разрушение отношений, на разрушение семей. Это самый настоящий фашизм и геноцид мужчин. Ответь!
за свое преступление истинного. Если говорить о социально-психологических проблемах, то сейчас, наверное, очень актуальной становится проблема ПТСР в российском обществе, потому что мы видим уже как бы 2.5 года идут боевые действия, уже возвращаются люди, уже появляются громкие заголовки о всяких инцидентах, которые с ними связаны, да, то есть от драк до убийств, ну вот иногда очень жестоких. Вот ты недавно вывешивала пост, я уже не помню даже чей, какого-то официального лица, по-моему, или какого-то штатного психолога, который говорил, что ПТСР вообще не существует, и у тех, кто возвращается с СВО, не будет ПТСР, потому что они вот такие вот классные ребята. Твой взгляд, все-таки проблема ПТСР после военных действий, она будет актуальной, и что с этим делать? Она будет очень актуальной. Сейчас мы видим только маленький процент от огромного масштаба, который развернется после конца этих военных действий. Да, тут вот этот вот человек, забыла его фамилию, он как бы психолог, даже доктор психологических наук, и он говорит о том, что типа война как священная, как Великая Отечественная война, а там же не было ПТСР, и типа у нас тоже не будет ПТСР. А вот, кстати, это интересный момент. Не было ли ПТСР у ветеранов Великой Отечественной войны? Потому что эта тема, она как бы не особо муссировалась в обществе, и поэтому нам вот кажется, что у ветеранов там Великой Отечественной и вообще в целом Второй мировой как будто ПТСР не было. Но, а может было? Вот даже, вот мне кажется, в песнях ну, как бы послевоенных песнях, да, просыпаемся мы и грохочет над полуночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Ну, то есть в этом тоже видны отголоски, они сформулированы, конечно, не научным языком, а языком поэтическим, но мне кажется, все-таки что-то в головах людей сдвинулось, и это на психологическом уровне не могло остаться вот просто бесследно для людей. Может, тогда просто это как-то не особо изучали? Да. Я думаю, ПТСР было, но данных какой-то статистики нет. То есть прям изучение ПТСР большим количеством психологов, психиатров началось с Вьетнамской войны. И вот сейчас, я думаю, можно сравнивать то, что происходит, и как дальше будет развиваться события именно с Вьетнамской войной, потому что... Ну, извини, я про Великую Отечественную еще дополню. Это же известный факт, да, и в статистике он отображен, что с 46 года идет прям резкий всплеск криминала в Советском Союзе, но он был во многом, конечно, связан с социально-экономической обстановкой, ну, то есть разруха, там и голодные годы 46-47, и, конечно, ну, вообще как бы неустроенности и прочее-прочее. Но мне кажется, что ПТСР тоже мог внести свою лепту в этот всплеск преступности, который там до середины 50-х продолжался. Думаю, да, но мне сложно... Ну да, опять же, у нас как бы да, данных нет, и, поэтому только предположение. Да, тут одно дело, когда на твою страну нападают, особенно это фашисты, которые говорят, что мы тут с большевизмом будем бороться. Если ты большевик, ну, вполне логично, что даже если тебя вообще не радует мысль об убийстве другого человека, потому что ты не психопат какой-то, то есть у тебя есть вот эти границы, что другого человека нельзя лишать жизни. Вот. Но из понимания, что если ты это не сделаешь, вас тут всех уничтожат, это такой ход мысли,
он чаще всего не приводит к ПТСР. Он может привести к тому, что да, все равно есть отголоски вот этих вот травм, но нет такого, что вот у человека есть какая-то картина мира, и события войны просто полностью ее разрушают, и все, ему остается только спиться, повеситься, и потому что ну, собрать себя обратно невозможно. Ну, на самом деле это сложно без специалиста действительно сделать. Вот. То есть ПТСР как... это в первую очередь порождение каких-то несправедливых, там, захватнических, спорных войн, когда человек, в общем, сам не чувствует себя, то есть даже, ну, наверное, даже солдаты в Ираке американские, ну, они же победителями по факту вышли, но это такая достаточно, наверное, сомнительная победа, и все равно это отражается на психологии человека. Да. Ну, ПТСР не только ведь при военных действиях бывает. И какие факторы ведут к ПТСР, какие не ведут, это когда вот у тебя есть какая-то картина мира, и случается какое-то травмирующее событие, вот если ты его можешь в свою картину мира вписать и как-то объяснить, то да, все равно там какие-то страхи могут продолжаться, то есть слышишь фейерверк, подскакиваешь, кажется, что это вот стреляют. Это вещи такие достаточно нормальные. Вот, а когда просто рушится вся твоя личность, все твои опоры, ну, вот это вот прям тяжелый ПТСР, и оно связано с тем, что есть какое-то событие, которое ты не можешь вписать. Вот у тебя есть картина мира, например, что, ну, про Вьетнамскую войну да. поговорю, потому что там много уже материалов есть, это все, и в фильмах освещено, и в исследованиях. Ты думаешь, значит, там какие-то недочеловеки узкоглазые, поэтому их надо убивать, а потом оказывается, что ну, до тебя доходит мысль, что ты вообще-то приехал сюда как захватчик, и вместо того, чтобы дать в гражданской войне народом самим разобраться, кто тут будет властью, ты, ну, у тебя происходит такое, да, расчеловечивание, а потом все равно какая-то мысль доходит, что а это все-таки люди, это люди, которые также любят своих близких, любят свою страну и готовы умереть за это все. И получается такой прям диссонанс в том, что с одной стороны хочется про себя думать как про хорошего человека, который поступает правильно, а с другой стороны есть понимание, что что-то ты не то делаешь. И вот это разрушает картину мира человека. И при ПТСР есть очень сильное чувство вины. И эта вина, она не дает спокойно спать, не дает расслабиться. Она настолько тяжела и невыносима, что люди с этим ПТСР, они пытаются забыться чаще всего. Компьютерные игры не помогают. Это слишком поверхностно. Там вот прям огромная доза алкоголя, наркотики и число людей, которые после Вьетнамской войны, ну, ветераны Вьетнамской войны, совершили самоубийство. Очень большое. Честно, сейчас статистику эту не помню, но у меня есть классный ролик на канале «Выход есть» про ПТСР. Вот, советую туда зайти, посмотреть. Да, ссылочка будет в описании, если что. Да. Ну да, и мы, в принципе, видели что-то похожее после афганской и чеченской войн, чеченских войн, вот, потому что ветераны афганской войны в 90-е там пополняли ряды группировок очень активно, бандитских, вот, участвовали в криминальных разборках, тем более имея боевой опыт. Ну, в общем, ветераны чеченских войн тоже, в принципе, шли туда же. Вот, хотя вроде и афганская, и
особенно вторая чеченская, они все-таки отличались, наверное, от вьетнамской по каким-то своим там целям и прочему, но все равно это производило такой эффект. А что делать? Вот у нас есть уже там сотни тысяч людей потенциальных, потенциально проблемных, да, которые вернутся на гражданку и вообще фиг знает, что от них ожидать. Вон они уже возвращаются, уже проблемы начались. А что, как это вообще организовывать там? Какие-то кризисные центры, но ведь в них многие просто не пойдут. Это прям сложный вопрос. Ну да, потому что вот представь, там 35-40-летний мужик, который там ветеран боевых действий, и вдруг ему нужно идти к психологу. Ну, у нас вообще люди к психологам не любят ходить. Хорошо бы нам вообще заручиться поддержкой каких-то наших товарищей, которые там, может быть, по мобилизации попали в зону боевых действий. И через них как-то работать, потому что человек, переживший войну, ну, военные действия, у него такое отношение, что вот только те, кто пережил подобное, могут понять. Всякие психологи на гражданке вообще не понимают, там, что я пережил, что я чувствовал, что я вообще видел. И поэтому я не вижу, что работа может напрямую строиться эффективно. Скорее вот так, обходными путями. Важно вообще давать этим людям какой-то смысл жизни, разворачивать в сторону интересов реально масс, народа, трудящихся. И это, конечно, для них очень болезненное, ну, вот это понимание будет, но это действительно хороший выход из вот этого чувства вины. Сейчас я договорю. То есть им-то говорили, что тут мы с нацизмом боремся и всякое такое. Украинский народ освобождаем. Ага. Там же даже формулировки такие. Да. Освобождена такая-то область, да. Такая-то территория. Вот. Но я уверена, в сознание многих проникает мысль, что что-то это не освобождение совсем. И эта мысль несколько расшатывает их психику, и хорошо бы ее, ну, мировоззрение, помочь им поменять мировоззрение в ту сторону, что чтобы они что-то делали для, ну, в интересах как раз-таки народа, и заложить в голову понимание, что в принципе народу России, народу Украины делить нечего, это олигархи между собой делят территорию, заводы, ресурсы, и чтобы у них какая мысль появилась в голове, ну, вообще, против кого стоит бороться, чтобы реально людям стало хорошо. Но вот сейчас российская власть, она как бы пытается же канализировать, ну, я не знаю, недовольство, неустроенность вот этих людей на гражданке в какое-то, с ее точки зрения, конструктивное русло. Ну, то есть, ветераны военных действий, они приглашаются в школы. Их даже сейчас вот есть проект прямо на постоянное трудоустройство в школы устроить. Там, ну, я не знаю, кто они будут, учителя ОБЖ, там, ну, или какие-то там инструктора по военно-патриотическому воспитанию, которые же у нас сейчас всячески педалируются. Может быть, я сейчас крамольную мысль допущу, может быть, если система сохранится, не дай бог, то этих людей, значит, поустраивают в школы, пропаганда из каждого утюга будет говорить, что они герои, и они там получат, уже, по сути, получают хорошее вознаграждение, вот, их
более-менее трудоустроят в жизни, и тогда проблема ПТСР уйдет в российском обществе. Это будет, конечно, несправедливо, потому что люди, ну, в общем, до конца жизни они будут чувствовать себя победителями, героями и действительно спасителями России. Но, может быть, вот такое вот ложное восприятие реальности, которое будет привито властью, может быть, оно все-таки сгладит вот этот вот посттравматический синдром, посттравматическое расстройство. Ну, может быть, мне этот вариант, конечно, не очень нравится с точки зрения будущего для России. Ну да, потому что если этот вариант будет, то это значит, там, условный путинизм, да, ну и там то, что будет после Путина, оно сохранится в нынешнем виде. Я думаю, оно не просто сохранится, а будет идти по вектору развития какого-нибудь Ирана и реально там православный халифат. То есть все будет ужесточаться, свободы зарезаться и свободы женщин. То есть сейчас уже из всех утюгов вот это вот бабы должны рожать, мужики воевать. И чем дальше это все будет сохраняться, тем, ну, в общем, печальные прогнозы будут. Ну, то есть такой вариант, в принципе, нельзя, наверное, отметать, вот, который я обрисовал. Вот. Но тогда проблема ПТСР, наверное, станет менее значимой, но это значит, что у нас будут другие серьезные общественные проблемы. Опять же, очень частый вопрос со стороны, ну, либо критиков, либо людей, которые, в принципе, не понимают, какова будет мотивация к труду при, там, социализме и даже больше, наверное, при коммунизме, потому что если у человека все более-менее есть, зачем ему, в принципе, трудиться? Вот ты как психолог, как отвечаешь на этот вопрос для себя? Ну, я как психолог знаю, какие вообще у людей есть потребности. То есть потребность — это не просто какое-то желание. Потребность — это то, что если не удовлетворять, приводит к разложению личности. К нарушению функционирования. Ага. То есть самое, что там на поверхности, да, наши физиологические потребности, а есть психологические потребности, о которых, ну, люди как-то не сильно задумываются. Uh-huh. Вот. Кстати, пирамида Маслоу, она устарела. Сейчас психологи и психотерапевты говорят о том, что есть вот эти потребности, которые в какой-то момент одна актуализируется, другие задвигаются, в другой момент другая актуализируется. У каждого человека есть некоторая своя иерархия этих потребностей. И в этих потребностях нет денег. Ага. То есть деньги вообще не являются нашей потребностью. У нас у всех есть потребность в безопасности, у нас есть потребность в самоуважении, в том, чтобы другие люди уважали нас, ценили. Есть потребность в компетентности, самоактуализации, то есть заниматься каким-то делом и становиться там все больше экспертом в этом деле. Вот. И когда изучаешь психологию, понимаешь, что, ну, вот вообще общество устроено совсем не так, чтобы удовлетворять эти потребности напрямую. Они удовлетворяются как-то очень криво и извращенно. В том плане, что зачем люди стремятся к богатству. Uh-huh. То есть не просто там, ну, чтобы была своя квартира, там машина, какой-то уровень комфорта, какой-то, ну, средний уровень потребления. Зачем людям вот эти излишки? На самом деле это из-за неудовлетворенных базовых потребностей еще в детстве. То есть у ребеночка есть потребность в безопасной привязанности, чтобы его любили, одобряли, родители давали ему посыл, что вообще ты тут любим, ты нам нужен, ты хороший. И
когда этого не происходит, когда на месте удовлетворения этих потребностей есть только ощущение пустоты и боли, хочется это ощущение чем-то заткнуть, хочется превознести себя над другими людьми. Ну, особенно если ребенка воспитывают в таком русле нарциссизма, в том плане, что то ты ничтожество, то ты лучше всех, ты должен быть лучше всех, ты должен быть самым успешным, все хуже, чем ты, вот, то ты опять ничтожество. И психика растет таким образом, что чтобы заткнуть вот эту дыру, кажется, что окей, такой вариант возвыситься над другими людьми. И на самом деле все люди, которые, ну, особенно у нас в России, да, в 90-е добрались до самых верхов в финансовом плане, у них по-любому есть ярко выраженные нарциссические черты. Я не могу сказать, что у них у всех поголовно нарциссическое расстройство личности, но просто именно это движет человеком, чтобы работать не на благо общества, а работать за, ну, так, чтобы у тебя были там роликсы, такие там дорогие... Дворец в Геленджике. Дворец, да. Вот. И получается, эти потребности можно удовлетворять напрямую. То есть, во-первых, детей растить так, чтобы они чувствовали, что они нужны, важны. У детей есть, ну, в принципе, могу сейчас кратенько сказать про эмоциональные потребности людей. И важно, чтобы они в детстве удовлетворялись, иначе личность развивается негармонично. Это потребность в безопасной привязанности, потребность в автономии и компетентности. Как раз-таки вот эта потребность, она абсолютно нормально, естественно, человека ведет к тому, что когда у него обеспечена безопасность и какой-то нормальный уровень потребления, он хочет развиваться в своей профессии просто, чтобы чувствовать себя компетентным. Вот. Потом еще потребность в реалистичных границах. И здесь тоже важно ребенка учить, что есть другие люди. У них есть границы, у тебя есть границы, и важно на их границы не наступать, их не эксплуатировать, не, ну, как-то там, не оскорблять, не обижать, не бить, не всякое такое не делать. Вот. Так, реалистичные границы и самоконтроль, тоже этому стоит учить детей. Потом есть потребность в спонтанности и игре. Часто я вижу, как родители вообще считают, что, ну, игры – это что-то, нечто недостойное. Я не про компьютерные игры, я говорю про то, что вот пятилетний ребенок играет, а ему родители, считающие, что он занимается чем-то бесполезным, подсовывают какие-нибудь прописи или там «давай запишу тебя на английский, будешь и этим, и этим, и этим, и этим заниматься», чтобы у ребенка, в общем, не было времени на детство. Они, конечно, не понимают, к чему это все ведет. Они-то думают, что они такие молодцы, вкладываются в будущее, да, что он будет конкурентоспособным благодаря этому всему. Но на самом деле они жестко фрустрируют эту потребность в спонтанности и игре. И такие люди, вырастая, мучаются от депрессии, потому что, ну, если говорить про теорию, как бы, ну вот в транзактном анализе это называется эго-состояние, в схемотерапии это называется режимы, и у нас у всех есть такой детский режим, и он, собственно, является источником радости, спонтанности и энергии. И если, как бы, ваш внутренний ребенок где-то вообще сидит в углу и не имеет права радоваться жизни, ну, у такого взрослого человека определенно будет депрессия. Так, а еще я не про все потребности рассказала.
потребность в свободном выражении своих потребностей и эмоций. Вот у меня есть замечательный ролик про ошибки родителей. Так, как же он называется? Помню, на обложке «Это должны знать все». А, по-моему, так и называется, «Ошибки родителей». «Ошибки родителей», или как, да? Как-то так. Вот, да. И там я показываю пример, как родители не слышат своего ребенка, затыкают его и не откликаются на его потребности. И пример, а как вообще откликаться на потребности, валидировать все эмоции. То есть для многих людей вообще непонятно выражение, что все эмоции нормальны. Потому что родители запрещали им злиться, бояться, завидовать. В общем, в разных семьях разный список вот этих вот эмоций, плакать. Но в основном плакать, да. Вот, и это порождает психологические проблемы, поэтому очень важно вообще принять мысль о том, что все эмоции нужны, все эмоции важны, за ними стоят, ну, за негативными эмоциями стоит неудовлетворение каких-то потребностей, а за позитивными эмоциями стоит удовлетворение потребностей. Важно вообще понимать свои потребности, удовлетворять их с таким здоровым, приемлемым образом. И, ну, вообще отслеживать свои эмоции, валидировать их в том плане, что там я злюсь, нормально, что я злюсь, потому что вот эта моя потребность не удовлетворена, и я буду искать, в общем, пути удовлетворения этой потребности таким образом, чтобы другие люди не страдали от этого. То есть, чтобы при коммунизме люди не разлагались, а, ну, могли найти себе занятия и мотивацию к труду, их нужно с детства растить гармоничными личностями, то есть так получается? Да. Ну, вообще, мне кажется, что для более совершенного, более гармоничного общества важно, чтобы профессия психолога не была маргинальной, да, то есть сейчас для людей психолог — это какой-то непонятный человек в школе. Вообще очень редко бывают в школах нормальные психологи, которые вот прям реально помогают детям. А психологи уже во взрослой жизни, ну, то есть у нас, у большинства людей есть представление о том, что там, депрессия — это фигня, там, надо пойти прогуляться, ну, или прибухнуть, и тогда все будет вообще нормально. Вот. А мне кажется, что профессия психолога должна действительно стать одной из важных в структуре общества и как бы сопровождать людей на разных этапах жизни для того, чтобы общество стало, ну, как-то более гуманным, более адекватным, потому что, наверное, нынешнее общество не совсем нормально. Ну да, оно не здоровое, я бы сказала. Ну, в смысле, понятие нормы и понятие здоровья, расходящиеся понятия. Надеюсь, что при нашей жизни мы увидим, как они сходятся воедино и поживем в таком здоровом обществе, где это будет нормой. Ну что ж, друзья, на такой обнадеживающей ноте я бы предложил этот подкаст наш закончить. Обязательно подписывайтесь на канал Софии, ссылка будет в описании. Обязательно подписывайтесь на канал Вестник Буря, ставьте палец вверх, пишите комментарии о своих взаимодействиях, наверное, с психологом. Да, потому что у нас у людей чаще, кстати говоря, негативные какие-то практики общения с психологом. Вот, но есть и позитивные. Да, это на самом деле нетривиальная задача — найти себе хорошего психолога. Ко мне часто обращаются клиенты с каким-то негативным бэкграундом. То есть они ходили к психологам, они им не понравились. Вот. Ну, или бэкграунд такой, что вообще это как-то все сомнительно, ну ладно. За счет как раз-таки того, что я жена Садонина и полная его единомышленница, вот этот кредит доверия ко мне очень большой, что, ну, вот вас я попробую, да, в качестве своего психолога. В общем, подписывайтесь на канал Софии, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, пишите комментарии о своем опыте взаимодействия с психологами, и да пребудет с вами сила здравого рассудка. Всем пока.
Если вы хотите, чтобы ваше мышление было объективным, реалистичным, при этом вы могли фокусироваться на позитиве для того, чтобы быть работоспособными, чтобы снизить риски возникновения у вас тревожных и депрессивных состояний, подписывайтесь на мой канал. Здесь только научная база и никакой эзотерики. С вами была я, София Садонина, канал «Психософия». Кстати, название канала никак не связано с соционикой. Просто звучит красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте мои ролики и научное мировоззрение.